попроще, полегче. И это супер кони, просто толпа супер коней, которые будут доминировать и выигрывать. В свою очередь 3.50 бэшки, которые могут выхватить, если только встретят японцев. Если только совершил ворот не туда, то все может закончиться очень плохо. Ну что ж, друзья, есть первый засвет. А лишь 500. 565, ну нормально. Охрана отмена. Не так уж и плохо. Давайте придумаем другую позицию. Ну все, понимаю, это команда Торнадо, где расположились Тай 5 Хэви. Ну и вот она атака по банану, что ли. Да, засвечивается, 4 тяжа здесь, 641 летает. Это атака. По яблочку. Это жесткая атака от суперконкуров, которые просто хотят задоминировать Тай 5 Хэви и не дать ему возможности пострелять, в принципе, реализовать свою боевую мощь, свой потенциал. И нужно принимать, и нужно уничтожать здесь и сейчас. Тут без права на ошибку. Хорошие командные действия, четкая координация. Посмотрим, как это будет происходить у Торнадо. Получает еще один шот. Ну, кто-нибудь будет забирать Хэвиков, а кто-то будет прикрывать Хэвиков, потому что действительно атака в двух направлениях, и невозможно и там прикрыть своих тиммейтов. Плюс нужно вернуть там какую-то технику с горки. Моментально нужно доработать по страйку. Еще есть шот у Нирыча. Надо реализовывать шот, и он не пробивает, выхватывает на 650. Нир, нужно бежать, потому как со снарядами большие проблемы. Что делать, как быть? И это, возможно, контратака, возможно, нет. Что ж, поживем, увидим. Сейчас посмотрим, есть снаряды там еще у Нески, он их раздает. Здесь очередная контратака от Конкерера. Тут уже и горка подключилась, инспа, кто-нибудь доберет или нет? Ну, один шот, кто-нибудь, плюньте по нему. Тем временем увидим, Слайд просто слетает с горы с невероятной скоростью. У Эппла маловато здоровья, и второй реализуется снаряд от Слайда. Шикарная игра. Есть ему где там спрятаться, огромный гроб японский стоит, и можно за ним жить. Эти три бэшки, ну их невозможно законтролить, они еще не одновременно там воюют, там два разряженных, один стреляет, один перезаряжается, двое стреляют, и их, ну, невозможно их зажать, потому что там четыре коня давят фланг, и нужно спасать свою технику. Но есть еще хпшка у Rush, посмотрим. 5-3 после этого минуса ситуация, ну просто сложнейшая для команды Rush. Это лютейший ДПМ, друзья. Вот вам, пожалуйста, ответ, как контрить Тай 5 Хэви. Это невероятно ДПМный сетап. Это конкуры и бэшки, которые выплевывают снаряды со скоростью ветра. Мы видели, как стреляет один раз Тай 5 Хэви, как реализует все свои 8 снарядов бэшка. Нуклеар на катке. Сейчас зажаты игроки команды Rush, и у них маловато шансов. Но по здоровью мы видим ситуацию. И подождите. Ой-ой-ой, ну что ж, 4-3. Окей, там, да, битый Слайд, да, больше половины хп выбито из Рина, но есть Кириллоид. Он очень фуловый и очень медленный, конечно. И очень злой. Нир засветился, в общем, этот выезд со спины засвечен. Так, Нир что-то будет делать, успеешь отдать или нет? В ЛД прилетает снаряд, нужно реализовывать все прямо сейчас лишь. Он вверх ушел. Но ну, специально качает башни для того, чтобы не мог его здесь забрать. И просто сервер и Нир делают ветер, друзья. Лишь один танк, лишь один Кириллоид, абсолютно фуловый. Ну тут без шансов. Если выживает Нир, он уже со следующего баравана зайдет в КД Кириллоида и вместе с парнями его доберет. А, ну Нир просто пошел, окей. Лицом поторговать немножко. Ну и все, а теперь время боли начинается для Кириллоида. Просто и в хвост, и в гриву, как говорится. Неплохо раздал грифончик здесь. Да вообще все хорошо для команды Торнадо. Кириллоид, ну, нет, не сможет никак потащить. 4-1 за Торнадо, друзья. И дальше они будут атаковать, и причем они знают, как это делать. Потрясающая стратегия. Просто потрясающая, друзья, этот лютый.